Добрый вечер, уважаемые спортсмены, а также любители армрестлинга. Меня зовут Роман Филипп. Сегодня мы в гостях у одной из московских школ по армрестлингу, оно Дюш Олимпик. Расположена она на территории легкоатлетического манежа ЦСКА по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1. Часы работы школы вторник, четверг, суббота. В будние дни с 5 до 9 часов, в субботу с 16 до 8 часов. Всех желающих приглашаю на спарринг. А в преддверии чемпионата Европы по армрестлингу, который будет проходить с 21 мая по 29 мая в Румынии, хочу показать вам свое любимое упражнение. Пронация на блоке. Выполняется упражнение с использованием ремня. Хват может быть через палец, вот таким образом. Или через запястье и палец, вот таким образом. Выполняйте упражнение под разными углами и направлениями. К плечу, к носу, к дальнему плечу. В конце можно подержать на статику. Вот с помощью такого упражнения я и буду готовиться на чемпионат Европы. А всех желающих приглашаю на спарринг. До встречи на чемпионате Европы. Удачи всем!